Привет, друзья! С вами Светлана Дианова. У нас только что закончились воскресные зум-посиделки для участниц нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна». И по горячим следам я хочу записать видео, небольшое видео для зрителей моего канала. Дело в том, что недавно два наших проекта – это наш YouTube-сериал «Сокровища Леди Бэйль» и интервью «10 вопросов мастеру» – были отобраны для участия в конкурсе «Битва за ТВ». Конкурс проводит площадка «Рутюб», и там сейчас идет голосование, которое продлится до 1 декабря 2022 года. И по итогам голосования проекты, которые наберут больше всего голосов, попадут на экраны федеральных телеканалов. Для нас это, конечно, замечательная возможность, и возможность не только для нашего проекта, но и для всех тех, кто принимает участие в нашем сериале и в интервью «10 вопросов мастера», потому что в этих проектах мы показываем не только мастеров вышивки, но еще и самых разных творческих людей, самые разные частные музеи. И было бы очень здорово, если бы о деятельности всех этих творческих людей, мастеров, музеев и наших мастериц вышивки узнало как можно больше людей. И если эти наши проекты пройдут в голосование, то покажут не только те видео, которые были отобраны для участия в конкурсе, но и всю серию. То есть на федеральном телевидении можно будет увидеть, к примеру, весь наш сериал «Сокровища Леди Бэйль». На данный момент у нас снято 16 серий, и будет, конечно, еще продолжение. И интервью «10 вопросов мастера» уже очень много интервью отснято, и было бы здорово, если бы все эти интервью увидела как можно больше людей. Поэтому я очень прошу всех вас, зрителей моего канала, пожалуйста, пройдите по ссылочкам, которые указаны в инфобоксе к этому видео. Достаточно просто пройти по ссылочке и нажать лайк под нашими двумя видео. Один лайк – это один голос. И я также сделала посты с этой просьбой во всех своих социальных сетях: ВКонтакте, в Телеграме, на Яндекс.Дзене, на Рутюбе, на Ютюбе. И буду очень признательна за репосты. Пожалуйста, поделитесь этими ссылочками с вашими друзьями и знакомыми. И тогда, я надеюсь, у нас будет больше шансов одержать победу в этом конкурсе, ну хотя бы за это побороться. Заранее всем огромное-огромное спасибо. А с вами была Светлана Дианова на канале Бэйль, посвященному проекту «Ля Ви и Бэйль» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч!